Доброе утро! Сегодня готовлю фейхоа. Это очень ароматная и полезная ягода. Вкус у нее напоминает дикую землянику. Итак, что я сегодня приготовлю из этой замечательной ягоды? Я приготовлю обычный компот, он будет очень полезный и вкусный. Что мне понадобится? Мне понадобится непосредственно сама ягода, лимон, сахарный песок и все. Итак, я удаляю хвостики. Разрезать ее не обязательно. Если вы хотите приготовить компот быстрый, сегодня приготовить и завтра его выпить, то ягоду можно разделить либо пополам, либо нарезать вот такими кружочками. Только толстыми, не тоньше, иначе она вообще вся развалится. На литр воды надо добавить сахарного песка. Я добавлю 2 столовые ложки. Затем выдавлю туда половинку лимона. Чтобы из половинки лимона вышло больше сока, надо провернуть мякоть вот таким движением другой стороной ложки или вилки. Теперь можно помещать ягоду. Чем больше вы добавите ягоды, естественно, тем ароматнее и насыщеннее будет ваш компот. Примерно на литр воды надо добавить грамм 300-400 хотя бы. Тогда будет вот такой компот. Кипеть фейхоа должна буквально одну минутку, не больше. Сразу же снимаем. И переливаем вот в такую стерилизованную банку. И у вас будет замечательная заготовка на всю зиму. Хранится она может полгода, год, бывает даже и до 2 лет у меня стоит вот такой замечательный компот из фейхоа. Надеюсь, рецепт вам понравился и вы приготовите этот замечательный компот у себя дома. Приятного аппетита!